Александра Аюновна в силу своего преклонного возраста уже не может справляться с бытовыми делами. Поэтому обратилась к волонтерам. Ребята взяли тряпки и перчатки и помогли бабушке. Волонтеры помыли окна, зеркала и вытерли пыль, аккуратно переставляя дорогие для Александры Аюновны предметы. Настольные часы, статуэтки, памятные фотографии, а также вещи из молодости Александры Аюновны. Волонтеры регионального молодежного движения «Добрые сердца Тувы» привели в порядок квартиру Александры Аюновны за 2 часа. Мы убираем квартиру, помогаем бабушке. Чистим в квартире. Руководитель молодежного движения «Добрые сердца Тувы» и сами волонтеры считают, что помогать старшим – это их долг. Ведь зачастую пожилые люди бывают одиноки и беспомощны. Поэтому им иногда нужно человеческое душевное общение, а также простая помощь. На сегодняшний день волонтеры уже помогли 1000 гражданам и семьям нашей республики. Если вам нужна их помощь, можете обратиться по номеру телефона 923-387-47-18. Кангимир Сарглар, Айдана Сендама, 224.